Долго не мог сюда попасть, наконец нашел. Мне показали каменные лабиринты, знаменитые каменные лабиринты при Эльбрусе рядом с немецким аэродромом. Вот немецкий аэродром. И вот они в глубине этого хребта. Два лабиринта. Вот первый лабиринт. Дальше идем. Дальше идем. Второй лабиринт. Сейчас мы поднимемся и посмотрим. Вот он, второй лабиринт. Накрапывает дождик, поэтому долго тут задерживаться не будем. Да. Быстро промерим электромагнитное поле. Сделаем пару фотографий на память. И свалим на базу. Вот мы спускаемся к лабиринту. Кстати, лабиринты не древние, сделаны относительно недавно, не современные. Так. Говорят, заходить туда не стоит. Поэтому мы заходить сюда и не будем. Обойдем вокруг. Четко прослеживаются электромагнитные поля, причем реально чем вглубь лабиринта, тем они сильнее. Поэтому что-то я не знаю, насколько заходить в лабиринт хорошая идея или не очень хорошая. Прямо вовнутрь. Вот он вход. Вот мы стоим у входа, также показания снимаем. Показания сняли. Также они варьируются. Отключаем. Вот он лабиринт. Вот тут что-то тоже какие-то приспособления. Тот я показал, он попроще. Также пара фото. Конец записи.